Смотрите, вытянули ручку. Вот чем меньше камера, тем чем меньше фокус у камеры, тем длиннее должна быть рука. Это тоже была шутка, но все правильно. Смотрите, и нажимаем. Вот обратите внимание, что у меня получилось. Смотрите. Да, получилась себяшка. Обратите внимание, почему мы провели это занятие. На самом деле, когда ваши дети, когда ваши внуки едут в лес, вот проверено уже даже на наших друзьях. 95% опрошенных, а мы опросили по крайней 50 человек, посещая леса, забывают установить карту. Проблема не в том, что они не умеют пользоваться. Проблема в том, что они забывают. Видите, я с космоса вижу, где я нахожусь. Я даже могу с точки зрения Екатеринбурга, смотрите. Заходите в лес. Помните, мы начинали с селфи, да? Помните? Что мы делаем? Мы делаем это совершенно серьезно. Мы делаем фотографию, и потом ее отправляем кому-нибудь из детей, друзей и так далее. Зачем? Чтобы знали. Помните, да? Потому что идет привязка координат. Вас можно потом по этой фотографии просто найти то конкретное место, где вы заходили в лес. Сейчас мы потренируемся. Итак, теперь пошли. Двигаемся. Что мы видим? Что делает стрелка? Стрелка двигается, правильно? Обратите внимание, стрелка двигается. Почему? Потому что он считывает разные спутники. Понимаете, да? Поэтому он пытается отстроить вашу работу, то есть ваш поиск, вернее, не ваш, а вашего аппарата. Вот важно в лесу что? Если вы потерялись, самое главное, не потеряйте свой смартфон. Потому что вас будут искать именно по нему. Вы сейчас, вы пользовались вообще картой до этого? Нет. Я первый раз пришла сюда. Сегодня услышала по телевизору, позвонила и пришла первый раз. Интересно стало. Интересно. А сами грибы собираете? Для чего вам карта? Я пенсионер, работаю в саду. И пока что работаю еще пенсионером. У меня 38. В саду работаю. А используете телефон для чего-то, кроме телефонных звонков? Телефоном пользуюсь, кроме звонков. Но вот не умею. WhatsApp, там, не знаю, телеграмму. Не умею, поэтому меня заинтересовало, я пришлось учиться. У вас вообще будет задача дома, домашнее задание, да, внукам и правнукам рассказать о правилах безопасного посещения леса.